Всем привет! Сегодня на обзоре юбилейный инструмент. Такой, ну, не совсем юбилейный, но с таким интересным номером. Три восьмерки. 888 порядковый номер инструмента, диаметром 38 сантиметров. Это тритон, тройные лепесточки у него есть, аккордовый инструмент. Настроен тональность пигми в ноту соль. Давайте слушать, как звучит. Для прослушивания лучше использовать наушники, либо хорошую акустику. Этим можно заниматься бесконечно. Если бы не соседское радио, я бы, наверное, так и ушел в медитацию. Давайте послушаем, как он звучит руками. Инструмента имеется гравировочка, такое вот солнышко, лепесточки. Тут тоже идут с гравировочкой. Цветовая гамма здесь сине-фиолетово-бордовые оттеночки, закрученные галактикой. Лакировочка выполнена с блестками. Они дают такой немножко бирюзовый оттенок. На солнце блестят, сверкают. Снимаю в тени специально для того, чтобы показать именно текстуру рисунка, потому что на солнце он будет сильно бликовать и будет именно блестки видны. Но лучше показывать, я думаю, цвет инструмента. С обратной стороны имеются ножки из натуральной кожи. Ножки обеспечивают защиту лакового покрытия, когда вы ставите его куда-либо на твердую поверхность. И обеспечивает возможность инструменту звучать на твердом. То есть можно не подставлять сюда
никакие подушечки, искать какие-то прокладки мягкие, искать мягкие места какие-то. Прям ставите в любое место его и звучите. Главное, чтобы в этом месте, ну, допустим, стол, да, поставили, чтобы не было вокруг каких-то предметов посторонних, которые могут дребезжать. Поэтому лучше все убрать со стола, если играете на столе, и спокойно наслаждаться звуком. Ну, самый такой оптимальный вариант, это когда вы ставите его к себе на коленки, на ноги, садитесь на стул, либо в позу лотоса и играете. Тогда вы не только слышите инструмент, но и чувствуете вот эти вибрации, которые передаются вам в тело. Такой двойной эффект получается. Инструмент настроен гармонично. Здесь все ноты, они сочетаемые друг с другом. Поэтому на нем может играть абсолютно любой человек, не задумываясь о том, куда, как, что и когда ударять, по каким лепесточкам. Здесь это абсолютно не важно. Просто это все идет интуитивно, в потоке. Как чувствуете, так и играете. Поэтому он абсолютно всем подходит для медитации, для релаксации, для просто импровизации музыкальных. Также и профессионалам, кто занимается уже музыкой и знает нотную грамотность и все это, вот, все остальное, связанное с этим, то тому человеку можно просто расширить свой музыкальный потенциал и импровизировать на таком вот инструменте. Поэтому этот глюкофон подойдет всем. Инструмент имеет в каждом лепесточке тройной звук. Тут их 7 тройных, и 2 самых высоких, они двойные. Почему не делаются здесь тройные? Потому что корпус инструмента, ну, сам строй инструмента позволяет в себя вместить определенный спектр нот, которые выше уже звучат плохо и ниже звучат плохо. Это там не пианино, где можно там кучу нот собрать вместе, играть там каждая струна отдельно, а здесь все вместе, они связаны между собой, играют, звучат все вместе, как колокол все работает, поэтому здесь все должно быть гармонично и все работать хорошо. Поэтому если здесь делать тройной лепесток, я раньше делал тройные, они звучат как бы, но их плохо слышно, как бы вот эти высокие ноты, они уже, вот эти обертона, они уже здесь были бы не слышны, если бы здесь тройные ноты были. Поэтому здесь двойной звук идет. К инструменту сейчас сделал чехол к этому большому. Так что можно заказывать вместе с чехлом. Там идет специальная уплотнительная ткань, защищает инструмент со всех сторон. На чехол есть видео обзор отдельный, его можно найти либо здесь на канале в поиске, либо на сайте поискать, там тоже в поиске все есть. Это на сайте можно посмотреть другие варианты инструментов, другие расцветки, другие тональности, другие размеры есть, двойными лепестками, с обычными лепесточками. В общем, много там всяких вариантов можно посмотреть. Также можно посмотреть в группе ВК. Все ссылочки будут в описании. В описании будет ссылочка на мой номер телефона, куда можно написать, либо позвонить. Ну, пожалуй, все рассказал. Такой вот юбилейный видеообзор на сегодня. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.